В Ульяновской области стартовал третий региональный чемпионат по профессиональному мастерству «Амбилимпикс». В нем участвуют люди с ограниченными возможностями здоровья, многие из них еще учатся. В этом году соревнования проходят в 12 номинациях, среди которых слесарное, портное дело, медицина, ландшафтный дизайн и рукоделие. Также для участников чемпионата пройдет ярмарка вакансий. Большой спектр вопросов, которые здесь решаются. И в рамках деловой программы у нас будут рассматриваться вопросы социальной адаптации, реабилитации людей с инвалидностью, инклюзии выпускников, обучающихся на разных уровнях образования. Очень серьезный вопрос – это занятость данной категории людей. И здесь также вопросы будут обсуждаться.